Друзья, по книгам получится только повторить код Python. Неважно библиотека, неважно какая перед вами библиотека. Для того, чтобы писать самому, нужен иной подход. Многие из вас прочитали уже не одну книгу, и там была такая фраза: скопируйте следующий код и так далее. Инструкция скопировать и вставить. После этого, когда вы так поделали один, второй, третий, четвертый раз, я задам вам простые вопросы. Как вы читаете документацию? С чего вы читаете документацию? Что вам надо увидеть в документации? Каким образом вы это будете применять, то, что есть в документации? Следующий вопрос. Вот и вот исходный код. Как вы читаете исходный код? В каком порядке вы читаете исходный код? Читаете ли его вообще? Сможете ли понять этот код? Сделаете ли вывод, как вы собираетесь писать свой код на основе вот этого кода? Что обозначает каждый элемент этого кода? Что вот это? Что вот это? При этом тут несколько. Что это в плане Python? Что это в плане законов программирования? То есть, что это означает? Какие из этого следует делать выводы? Как это применять? Что это? Что это? Что это? Почему таким образом? Почему вот так? Книга, которой мы читаем вопрос «Копируйте код», ответы на эти вопросы не дает. Но ведь смысл, чтобы писать код с головы, это читать код. На самом деле библиотека не имеет значения, и язык не имеет значения. Хотите разобраться, хотите понять, как читать документацию, как читать исходный код? Внизу я дал ссылку. Посмотрите видео, посмотрите другие видео на канале. Кропотливая работа, полугодовая, примерно полгода, поможет вам вот именно делать так. Настройтесь и писать будете. Спасибо.